Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видосе мы рассмотрим вопрос: как разблокировать телефон, если забыл графический пароль? С развитием технологий защищать личные данные стало значительно проще. Графические ключи и пароли, конечно, очень надежны, однако иногда сами пользователи могут их забыть. Что делать в таких ситуациях, чтобы не тратить время и деньги на посещение сервисных центров? Ответ вы найдете в данном видосе. Итак, далее будут представлены методы для удаления графического пароля на устройствах с системой Android. Итак, поехали. Первый способ – это использование аккаунта Google. Самый простой и очень эффективный способ разблокировки телефона с забытым графическим паролем. Для его реализации не нужно ничего, кроме самого телефона и данных аккаунта Google. Ну и, конечно, наличие интернета. Итак, первое. Ввести неправильный пароль. Желательно использовать 3-5 точек, где-то вот в этом районе. 5 раз. Для некоторых моделей телефонов достаточно нажать кнопку «Домой». Второе. Закрыв появившееся окошко, нажать «Забыли графический пароль». Третье. Ввести Google почту и пароль от нее, которые вы использовали при входе в аккаунты Play Market и так далее. Требуйте подключения к интернету. Ну и четвертое. Ввести новый пароль. Важное замечание. Может встретиться проблема, что был забыт пароль от Google. Тогда придется сначала восстановить доступ к аккаунту с компьютера, затем ввести новые данные на телефон. Как восстановить пароль от Google, у нас есть отдельное видео на канале Компьютерная Академия. Милости просим. Двигаемся дальше. Следующий способ – это удалить пароль через функцию «Найти телефон» или через функцию «Удаленное управление Android». Данный метод схож с методом удаления забытого пароля у iPhone. Там использовалась функция «Найти iPhone». Итак, первое. Надо нам зайти в аккаунт Google через сервис «Удаленное управление Android». Второе. Нажать кнопку «Заблокировать устройство» и «Удалить данные». Третье. После очистки необходимо разблокировать телефон. Пароля в данный момент уже не будет. Ну а теперь рассмотрим способ через функцию «Найти телефон». Итак, зайти на сайт производителя телефона с поддержкой функции. Пример дан на скриншоте на данном кадре. Следующее. Выбрать «Очистить» и «Заблокировать телефон» или нечто подобное. У разных производителей несколько разное название данной надписи. И в конце нам следует восстановить нужные данные через синхронизацию, если необходимо. Важное замечание. Ограничение метода в том, что на телефоне необходим доступ к интернету и включена геолокация. Вот это важное замечание. Продвигаемся дальше. Следующий способ. Использовать пин-код. Данный метод схож с методом первым, но имеет некоторые различия. Итак, первое. Использовать первые и вторые пункты первого метода, то есть метода номер один. Второе. Вместо ввода Google почты и пароля от нее надо нам ввести установленный пин-код. Ну и третье. Придумать новый пароль. Важное замечание. Метод прост, но имеет один большой минус. Пин-код должен быть установлен заранее, до забывания вашего графического пароля. Продвигаемся дальше. Следующий способ. Удаление пароля через ошибки. Этот способ, конечно, звучит несколько абсурдно, но некоторые телефоны имеют функцию очистки данных после ввода определенного количества неправильных паролей. Итак, первое. Перезапустить устройство. Второе. Вводить пароль случайным образом. После сообщения. Третье. После сообщения о том, что осталось всего 9 попыток, ввести также случайно пароль 9 раз. Четвертое. Устройство удалит все данные. Телефон станет чистым, как с завода. Возможно, данный метод подходит не только к графическому паролю, но и ко всем остальным. Важное замечание. Если устройство поддерживает данный способ, рекомендовано перед началом вытащить SD-накопитель, то есть флеш-карту. Но еще один последний способ. Сброс до заводского состояния. Самый надежный, но в то же время сложный способ. Надежность в том, что пароль будет убран в 10 случаях из 10.
Но вместе с этим будет удалена и вся информация, как и в предыдущем способе. Итак, ваши действия. Первое. Надо зарядить телефон до отметки минимум 60%, а лучше на все 100%. Второе. Выключить устройство. Третье. Зажать кнопки минус громкость и кнопку включения питания на 10-16 секунд. Важное замечание по этому действию, какие именно кнопки необходимо зажимать, стоит узнать заранее в интернете или на нашем канале «Компьютерная академия». Есть у нас отдельное видео именно в каких Android-смартфонов, каких фирм нажимать, какие кнопки. Идем дальше. Четвертое. В появившемся служебном меню перейти, используя кнопки увеличения или уменьшения громкости, в отдел или в раздел «Recovery». Пятое. Затем перейти в раздел «Wipe Data» и выбрать «Factory Reset». Шестое. Следующие несколько минут память телефона будет очищаться от всех данных, включая пароль. Седьмой пункт. После окончания процесса установить вам останется установить необходимые параметры для использования устройства, язык, дату, время, ну и также вспомнить и зайти в аккаунт, в Google аккаунт и вспомнить свои пароли и так далее. Вы будете иметь у себя на руках почти что новый смартфон. Важное замечание по этому поводу. Перед использованием этого способа также рекомендуется извлечь флеш-карту. Ну и по окончании нашего видеоролика скажу следующее. Все вышеперечисленные способы работают не только на телефонах Android, но и на планшетах. Защита своих данных необходима. Это бесспорный факт. Но не стоит слишком увлекаться и ставить такие пароли, которые можно легко забыть. Лучше куда-то или куда-нибудь их записывать или использовать сканер отпечатков пальцев, если такой имеется на вашем устройстве. Это канал «Отвертка», канал «Домашнего мастера» и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.